место, где можно встретиться с людьми, единомышленниками, открытыми, творческими, которые дают что-то тебе взамен, ты возвращаешь им. Здесь каждый маленький, сам по себе маленький фестиваль. Каждый сам по себе маленькое произведение искусства. И все привносят сюда какую-то жилу, какое-то направление, какой-то импульс. Все это оживает, разукрашивается. Здесь можно попасть там, и в баню, и в чайную. Ну и отдать частичку и своего света и добра. Да. Да, для того, чтобы другие люди были счастливы. Люди раскрываются, улыбаются друг другу, все очень близки по духу. И для этого такие фестивали и созданы, для того, чтобы быть собой, быть открытым. Несколько дней такого погружения дают какую-то мощь, вселенскую любовь, поток солнечный, светлый, куда-то вглубь, к сердцу. Просто такое чувство. Вот такое. Недаром он называется семейным. Здесь формируется огромная семья. Здесь рождается что-то прекрасное, рождается и любовь в сердце, и партнеры притягиваются. То есть это на самом деле хороший вклад в душу, сознание людей. То, что дает чувствовать людям себя счастливыми, что бы это ни было. Вот. И хочется наполнять вот эту маленькую страну с множеством разных занятий и событий, которые могут дать людям почувствовать себя живыми, счастливыми и радостными вот прямо здесь и прямо сейчас.